Если вы любите простые и быстрые рецепты без заморочек, предлагаю вашему вниманию отличный рецепт – квашеная капуста в банке. Вкусно, быстро и очень просто. Квашеная капуста подходит не только в качестве гарнира, но и как основа для салатов. Ее можно добавить в супы и запеканки, потушить с мясными изделиями либо колбасами. Этот рецепт самый простой. Берите на заметку. Капуста 2,5 кг, морковь 150 грамм, лавровый лист 2 штуки, соль 1,5 столовой ложки, сахар 1,5 столовой ложки, вода 1 литр, количество порций 3-4. Подготовьте все ингредиенты. Сразу можно сделать рассол. Для этого вскипятите литр чистой воды, добавьте соль и сахар, проварите пару минут и выключите огонь, пусть рассол остывает. Капусту ополосните и удалите верхние листья. Нашинкуйте капусту тонкими полосками, сложите в миску. Морковь очистите и ополосните. Натрите морковь на средней терке или на терке для корейской моркови. Добавьте морковь к капусте. Перемешайте все чистыми руками, слегка разминая капусту. Наполните чистую сухую банку капустой и морковью. Теперь залейте капусту холодным рассолом. Переставьте банку в миску или небольшую кастрюлю. Оставьте при комнатной температуре на 3 дня. Периодически можно прокалывать капусту чистой деревянной палочкой. Спустя время капусту переложите в миску и подавайте к столу. Приятного вам аппетита!